Расширенные сессии проходят и в сельских поселениях. На этой неделе перед жителями и депутатами выступил с отчетом глава Петровского поселения Владимир Михайленко, который рассказал об итогах работы поселенческой власти за 2017 год. Владимир Михайленко отметил, что в 2017 году бюджет Петровского сельского поселения выполнен на 104,1% и составил 52 миллиона рублей 166 тысяч. Это позволило выполнить немалый объем работ по благоустройству улиц, наведению санитарного порядка в населенных пунктах, решить многие вопросы местного значения. Благодаря участию в краевой программе по капитальному ремонту дорог привлечено из краевого бюджета 4 миллиона 31 тысячи рублей, на которые выполнен ремонт дорожного полотна по улицам Димитрова и Светлая. В преддверии празднования 200-летия станицы Петровской проведен текущий ремонт уличного освещения по улице Красной и в парковой зоне при Доме культуры Петровский. Решались вопросы водоснабжения. Водоснабжение. 1 миллион 73 тысячи рублей. Приобретен насос для замены вышедшего из строя на артезианскую скважину по улице Стадионной. Значит, произведена закольцовка уличной водопроводной сети по улице Черноевского Степная для бесперебойного водоснабжения жителей улицы Степной на сумму 73 тысячи рублей. Приобретена передвижная насосная станция стоимостью 300 тысяч рублей для откачки дождевых ливневых вод в районе домов по улице Димитрова, Красноярской дачной, а также установлен насосный ряд стоимостью 97 тысяч на улице Интернациональной. Продолжаются работы по очистке общественного ерика станицы Петровска. На сегодняшний день уже очищено 85% от запланированного. В этом году работы будут продолжены. В течение года успешно развивалась и социальная сфера поселения. По организации летнего оздоровления детей Петровское поселение заняло 2-е место в районе. По работе в области массового спорта – 4-е место. Были успехи и в других сферах. Поселение вошло в 3-ку лучших края по развитию личных подсобных хозяйств, получив 2-е место в юго-западной зоне Краснодарского края. Один из ТОСов по итогам работы занял 2-е место в районе. В целях организации отдыха жителей Малого хутора Водный, благодаря финансовой помощи районной администрации, депутата ЗСК Виктора Чернявского и предпринимателей, строится досуговый дом. По улице Матовой заложен новый парк. В задачах на 2018 год были обозначены мероприятия по решению вопросов газификации, ремонту дорог и ряд других. По итогам сессии работу Владимира Михайленко и сельской администрации в 2017 году депутаты признали удовлетворительной. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».